Всем привет! С вами я, Александр Сычков, и в этом видеоролике мы будем смотреть трейлер The Last of Us 2. И, в общем, не знаю, просто посмотрим его, наверное. Так, окей, начинается. Так, Sony Entertainment Experience представляет, короче, ладно. Начинается какая-то лес. Так, что дальше? Так, ну это понятно, что лес. То есть опять будет то же самое, что и было в первой части. То есть какие-то разбитые машины, города нету. И... О-о-о. Серьезно? Они что, так это все и оставили? Naughty Dog! Представляет нам игру The Last of Us 2. Ребята, это The Last of Us 2, реально. Смотрите. Так. Это кто такой? Рука похожа на женскую. Ну и кто это? Так. Кто это может быть? Это точно не мужик. Может, это Элли? Нет, не она. Хотя... Я не знаю. Ну, конечно, она! Да-да-да-да-да, ребят, да-да-да-да, очень круто, да. Это лучше. Так, ладно. Но я же говорю. Они новых героев как бы не добавили. Главный герой. Так. Пока что все нормально. Так. Because I know I'll kill my enemies when they come. Ну, чё, нормально. Пока что всё. Ну, кто это может быть? Он не знает, что это. Мы встретились с Джоэлом, это очень офигенно. Так. И все? То есть все. What are you doing, kiddo? You really gonna go through with this? Ну что, все? На этом трейлер заканчивается, наверное, потому что времени осталось мало. I'm gonna find. Ну. And I'm gonna kill. Ладно. Every last one of them. Ну что, нормально сделали они игру. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сычков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. На вас. Пишите комментарии под видео, и если вам нравятся такие видео, которые я просто смотрю видео, напишите в комментарии. В общем, всем удачи и всем пока!